Я работаю у Путогина, главным агрономом. Это организация в Масарском районе Калужской области. Работаю с 2013 года. Этому году мы купили грабли фирмы «Россельмаш» «Калибри». Нас очень устраивают эти грабли. Ширина захвата 6 метров, выполняет три функции: сгребание с прокосов, сгребание волков и оборачивание волков. Этот агрегат показал себе с положительной стороны. Тут главная отличительная черта, что есть пальцы, сделанные из нержавеющей стали, не ломаются. А также саму раму тоже сделаны из стального материала квадратного сечения. Машина транспортировки очень удобно транспортировать на поле, из поля на базу. Все узлы и детали легко доступны, особых усилий для их регулирования больше не нужны. Все управляется гидравликой с кабины механизатором. Проблем с граблями «Калибри» никаких нет. «Россельмаш» – агротехника профессионалов.